произошла трагедия. Одного з лідерів бойовиків Моторолу убили. Легендарний командир ополчення. Кат українських полонених. Народився 33 роки тому в республіці Комі. 3 роки служив в бригаді морської піхоти. На гражданці працював мраморщиком. До війни він мив машини у Ростові. Образування у мене. Нормально. На Донбас приїхав добровольцем, одним із перших. Не искал известности, но стал самым знаменитым ополченцем. Генералиссимус Моторола. Семья для него главное. Про залишену в Ростове іншу дружину не згадує. Настоящий бессребреник, человек, ну, веселый солдат. Живой, современный, напевавший рэпчик. Бойовик убивав українських кіборгів. Вообще, в чем меня обвиняют? Веришь? Нет, ну, я 15 приемов расстрелял. Я что-то, без комментариев, нахуй. Сформированный Моторолой спецбатальон «Спарта», кроме Славянска, принимал участие в боях за Иловайск, Донецкий аэропорт и при взятии Дебальцево. Ведомый своей жестокостью. Его издевательства над украинскими военными и пытки заложников не раз снимали на видео. Награжден Георгиевским крестом ДНР. Теракт это квалифицировать нельзя. Это был теракт. В его совершении подозревают украинскую диверсионно-разведывательную группу. Українські силовики вбачають у смерті Моторола розбірки місцевих ватажків. Склоняються к версії з зачисткою ФСБ. Росії на самом деле такі маргінали не нужны. Это показывает, что, собственно говоря, ждет лидеров Донбасса в случае, если Донбасс вернется в Украину. Будут проводить певні зачистки в середине так званої ДНР. Возможно ли какие-то более серьезные военные столкновения на линии противостояния? Я это не исключаю. Це вбивство, це факт того, що проект Новоросія закрили.